Так, ну что, мы уже приехали. А, смотри, что это? На остров. Это что это? Переодевалка для тех, кто на мотоцикле. А. Прикольно, да? Приехал, переоделся, да, ну прикольно. Приехали, сейчас покажу. Вот такие вот раздевалки для мотоциклистов. Приехали, переоделись себе. Жарко не было, тут мотоциклы стоят. В общем, большая, огромная парковка. Правда, неизвестно, как за нее платить. Что-то там свой номерной знак куда-то вводить. Вот такой вот пешеходный маршрут ведет к острову Минау. Вот это вот, я так полагаю, вход. Здесь можно оплатить билеты. И проходишь через мост. Вон туалет. Вот касса. Вот таким куполом все. Так, вход на остров платный. Достаточно недешевый. Взрослый билет стоит 27 евро. Это если покупать за наличку в кассе. Если это покупать через автомат, это стоит 24 евро. Но детям до 12 вход бесплатный. Есть скидки для студентов и школьников от 17 и 15 евро. Так, выкажи мне вот это. Ну, Дэн будет сейчас платить. Ну, в общем, купили мы билеты. То, что написано, оказалось неправдой. Билеты подорожали на 1,5 евро. Сколько, получается, билет стоит онлайн? Онлайн 25,50. Офлайн 27,28,50. Hello. И второй? Yeah. Данк. Вот план острова. Получается, вот тут мы зашли. Вот такая вот территория. Не маленькая. Да, он не сильно большой. Так кажется, да. Ну, наверное. Мы уже вот пришли почти на остров. Да, давай. Мы уже вот пешком идем смотреть на цветочный остров. По-другому называется он так. Да. Да. Что, тут много цветов растет? Тут очень много разновидностей цветов. И это все цветет с марта и по конец сентября. Тут очень красиво, много экскурсий. Но он маленький, там есть один замок, мы его тоже посмотрим. И вот, собственно, ну, и все. Но много очень разновидностей цветов. До 9 вечера его обойдем? Надеюсь. Да, ну, я уверена. Не то, что надеюсь. Ну, хорошо. Мы на слово поверим, да, Викусь? Боденское озеро прозрачное. Thank you.
если честно, я уже устал. Все устали. Все устали? Да. Не знаю, этот остров на закуску оставили. А тут гулять будем, гулять можно целый день. Ладно, еще часик погуляем. Еще на острове есть небольшой замок. Вот так этот замок выглядит. В принципе, ничего такого особенного. Такая придворцовая территория, дворец прям какой. Надо почитать, что это. Да. Хорошие чертовки. Ну, вот такой вот замок. Барочный замок. Игральская резиденция. На острове Баденского озера. Пальмовая оранжерея. И конференц-зал, и кафе здесь. Большой ремонт. Сейчас это выглядит именно так. Да, а то мы не знаем, что это Schloss Mainau. Закрыт. Теперь знаете. Угу. Там вот находится пальмовая оранжерея. Там сейчас небольшой банкетик. Очередное каменное дерево. Как мрамор, да? Угу. И вот эта колючая елка. Елка-пальма. Вот это деревья, а ну ори. Встань для размерчика, чтобы понять. Ну давай, давай, быстрее. Ну, ого. Это вот ходить надо. Поближе вообще один стол. Ну так чуть-чуть просто. Такие малые. Поближе. Красивые каштаны. Малиновый и обычный, стандартный. У всех есть прививки от клещей? У нас есть допинг. Просека от клещей. А, все, все, закончилось наше маленькое путешествие по Костанцу на острове Минау. Уже поздно, поздно, устали. Солнце. Ноги пекут. Как обычно, в общем, все как обычно. Это был такой краткий обзор за один день. Что можно увидеть, когда есть только один день. Что съесть, что выпить. Да, один день на все, 2 часа на дорогу туда, 2 часа на дорогу обратно, если не больше на ногу. Mm-hmm. Это вышло, поэтому полдня ушло на дорогу. Но, тем не менее, я думаю, что этот выпуск получится классный. И ставьте лайки, и подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. Пока! Джойстики. Всем пока! Увидимся в следующем видео.